Те, кто за чистый город, собрались на торжественную линейку «Повод». Первая в истории вуза экологическая научно-практическая конференция. Организаторы говорят, форум призван сформировать культуру под названием «Не мусорить». Мы будем бороться за чистоту города Севастополя. Потому что гости, которые приезжают из других регионов и иностранные, когда приезжают они в Севастополь, нам очень приятно, когда нам говорят, что как у вас красиво, как у вас чисто. К сожалению, мы этим не можем гордиться, потому что мусора у нас много. Студентка Ирина Туршина выступает за сохранение вод Крыма. Доклад о загрязнении отходами бытовыми, канализационными. И там рассказывается о том, что надо все-таки с этим активно бороться. Во-первых, не загрязнять. Канализационные воды не спускать. Второкурсник Юрий Курдюков рассказывает в целом об экологическом состоянии Севастополя на сегодня. Более стабильное, чем было раньше. Экология улучшается, и наш город приобретает хороший вид. От теории студенты перешли к практике на соседнюю улицу. Вооружившись граблями и лопатами, перчатками и мусорными пакетами, занялись уборкой территории детского реабилитационного центра. Такие мероприятия, которые проводят студенты, и молодежь, они их, во-первых, дисциплинируют. Во-вторых, ребята сами видят, насколько важен в жизни здоровый образ жизни, который бы не приводил, к сожалению, вот к болезням, которые приводят детей и взрослых к инвалидности. Молодые экологи говорят, такие акции далеко не разовые, как и подобные конференции. Более того, в планах у ребят создание студенческих, культурологических и экологических центров. Присоединиться к благим делам предлагают всем желающим. Ольга Демичук, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».